Кокснин, тренер сборной медиалиги. У меня вот такой вопрос. Кого можно назвать главным тренером сборной? Потому что непонятно, Дмитрий Викторович будет в сборной или в итоге нет. Кто сейчас главный тренер команды? Изначально был Дмитрий Викторович, но пока еще с его будущим, пока определенности нет никакой. Вот поэтому мы работаем в тандеме с Михалычем. Вот. Так что главного нет. Работаем в паре.